Стальной Хват России, привет. Думал не калибровать, жалко, прутков мало. Паша старался, это мыл, я не знаю, он вообще, конечно, еще раз говорю, молодчага большой. Но тут он мне отписался, Иваныч, надо калибровать. Он сломал на 158, вот я сегодня на 150, ну, как бы он дал добро мне откалибровать на 150. А он там добавит примерно 10%. Вот край, и вот край. 150. То есть так искажает немножечко это все дело. 150 миллиметров. Сейчас я покажу, что это естественно инструменталка. Ломается по огромной дуге. Квадрат. Ну и самому, конечно, любопытно узнать, что, в общем-то, не в полноценных пальцах. Но вы понимаете, почему не полноценные. Кожи не хватает 10 сантиметров. И 5 сантиметров, наверное, не хватает на кордуре. Значит, вот нули. Значит, показываем. А чем штангель пластиковый, он не позволяет нормально фиксацию проводить. Вот, 7 миллиметров квадрат. Это не 8 на 8, естественно. На 150, 8 на 8 это... И стали 45, я не знаю. Но в мире, наверное, никто не сломает. Не наверное, а точно. Никто не сломает. Поэтому. А мы с вами вот посмотрим. Ломаю через грань. Очень долго настраивал. Потому что цифры другие немножко получаются. Если по двум плоскостям. Вот по нулям. Ну, пошли натягивать. 100, 136, 153, 180, 196, 226. Не может быть 250, 265, 270, 290, 300. Не верю я. Что-то... Наверное, погрешность большая, может быть, но вот 30 градусов. Ну, вот такой показатель, как бы, тут верь, не верь. Мы все железки, как бы, привязываем к одному измерителю, вот, что делает калибратор СХР. Поэтому, опять же, еще раз повторюсь, миллионный раз, там, я не знаю, в какой. Это даже можно назвать не килограммами, хоть здесь и написано КГ. Это условная единица СХР. Это вот такой уровень силы, 289 единиц надо приложить, чтобы, ну вот, отдача будет, тут 30 есть, чтобы согнуть железку до 30. Это самое тяжелое, то есть вот этот первоначальный кинг, самая большая сила требующаяся. Поэтому я немножечко сейчас еще раз добавлю. Металл ломает, но не сильно, 281 всего усадился. Поэтому еще чуть-чуть. Вот за 312. Ну вот 302 килограмма. Еще раз, потому что вы сейчас увидите эту отдачу. А она будет однозначно. Даже я сейчас попробую близко показывать. Насколько эта отдача будет. Вот, давайте попробуем. Нет, не смогу. Одной рукой не смогу крутить. Поэтому смотрите по видео. Вот так вот. 302 килограмма. Отдаем назад. Вот, вернулось. Ну, на сколько там градусов непонятно. Но сейчас посмотрим. Я приготовил транспортир. Вот 290-300 было, 302 вот сейчас. Вот такой порядок усилия. Дожим, конечно, ребят, это что-то. Вот ровненько. Вот он согнутый лежит на 150. А вот точно такой же. Вот можно даже по граням посмотреть. Так что
смотрите, вот 30 градусов. Ну вот так, ребят, 290-300 килограмм, сталь 45-я, 7х7, паш. Ну вот теперь считай, сколько это килограмм. Всем здоровья, удачи, снимайте видео, становитесь сильнее и всегда будьте добрыми. Пока.